Итак, время нашей рубрики «Спокуха, доедем», где мы говорим о продукции компании «Хада». Не переживайте, если вы используете продукт компании «Хада», то ваш автомобиль обязательно домчит с точки А в точку Б и не будет никаких проблем. Задумывайтесь о том, что вы употребляете своему автомобилю вовнутрь, так сказать. Я хочу вам напомнить, что месяц назад у нас был учрежден эксперимент. У нас было три автомобиля: Deo Lanos, Dacia Logan, Nissan Qashqai. Эти все три автомобиля были... имели проблемы и были обработаны ревитализантом от компании «Хада». Вот прошел месяц, и какие изменения к лучшему. Сегодня мы будем общаться с автолюбителями, с хозяевами этих автомобилей. Итак, за дело. Продукция компании «Хада» — это не только автомобильные масла, не только ревитализанты и кондиционеры. Это широкий спектр различной автохимии. Я сегодня хочу поговорить немного о ней. Ну, во-первых, автошампунь «Красный пингвин», пожалуйста. Удалитель следов насекомых. Вы знаете, что у нас на машине, на Фиате, есть черная полоса. Вот мы будем с помощью этого средства удалять. По очень доступной цене различные полироли, освежители воздуха в машине. Скраб Тропик, запах фруктов. Что это такое? Для рук, паста для рук. Сухая чистка, которая бережно относится к вашим рукам. Хада и это производит. Отлично, идем дальше. И вот добрались мы до различных кондиционеров металла. Они есть в спреях, они есть в специальных баночках. Они совершенно влияют по-разному, но, конечно, направлены на улучшение работы двигателя. Кондиционер металла гидросистема, кондиционер металла трансмиссия, то есть заливаем в коробку передач, и она себя чувствует нормально. Кондиционер металла двигатель. Цены вообще приемлемые, около 47 рублей стоит вот такая вот баночка. Дальше, что это такое? Абсолют мотоклинер. Абсолют мотоклинер. Промывка. Промывка. Абсолютная промывка двигателя. Промывка маслосистемы двигателя. Запатентованное быстродействующее средство для борьбы с любыми загрязнениями двигателя. То есть, в принципе, спектр очень большой. Мне нравится, вот, посмотрите, вот такие вот интересные смазки. Ну, время идет вперед, мы живем в 21 веке, слава богу, скоро 2014 год. И компания «Хада», опять же, конечно же, находится в авангарде всяких смазочных веществ. И вот линия смазки от компании «Хада». Смазка ремонтная. Смотрите, какой аэрозольно симпатичный баллончик. Что она делает? Тут даже написано. Для любых узлов и механизмов содержит ревитализант, компенсирует износ до 80%. Ну, то есть супер. Смазка ремонтная. Это что такое? Это что такое? Назначение. Использовать для восстановления ремонта узлов и подшипников автомобилей, сельскохозяйственного другого оборудования. То есть меняем шрус, набили туда эту смазочку красивую, классную, с ревитализантом, и нормально шрус в поворотах хрустеть у вас не будет. В общем, все для вас. Приезжайте, покупайте и радуйтесь. Итак, дорогие мои, в принципе, эксперимент можно считать завершенным, потому что есть изменения к лучшему. Напомню, у нас три автомобиля: Dacia Logan, ее владелец Владимир, Nissan Qashqai, совсем новенький, Александр, его владелец, и рабочая машина, неубиваемый Lanos, и Владимир, его владелец. Ну, в общем, сейчас приступим к делу, будем общаться, что было до этого и что сейчас стало, какие изменения к лучшему. Ну, так, внешний выхлоп был, когда у меня... немножко с маслом из выхлопной трубы текло, в общем-то, не текло, но было маслечко. Вот. Сейчас вроде бы нет, сухо, хорошо, все комфортно, как с памперсами. Вот. А мощность, да, увеличилась. Я проехал немного, километров 600-650, наверное, за это время, но уже сейчас есть улучшение. Машина резвее набирает ход, идет лучше по трассе. Вот. Ну, говорят, что еще столько же и будет еще лучше. Александр, ну у вас как впечатление? Я знаю, автомобиль совсем новый, должны быть только улучшения. Ухудшения быть, ну, как бы не может априори. Я не ожидал, я думал, что улучшения будут через 1000 километров пробега, но они появились почти сразу.
потому что это какая-то добавка была в этом в Ревитализанте, в атомном кондиционере, которая сразу влияет на смазку всех этих поршневых цилиндровых систем, и я сразу почувствовал. А вы называли Максисюк? Да. Там написано, что сразу как ну какое-то двойного действия, да, там как бы есть замедленное, как бы какая-то нарастание гладкой оболочки, есть какая-то быстрая. Вот у меня сразу почувствовалось. Сразу почувствовалось, да. 0,8 литра довольно-таки ощутимый результат. Ну класс, это отлично. Владимир, ну а вы как? Вы знаете, когда сразу почувствовал, что машина стала динамичней, она стала быстрее набирать ход, и если раньше при переключении скоростей было такое «вууу», то сейчас так «вууу», то есть как бы она стала плавнее, и коробка, конечно, стала плавнее переключаться. Ну что, мои дорогие, к зиме мы готовы, уже декабрь месяц, трудные погодные условия, и вся энергия вашего автомобиля, которая вырабатывается от вашего двигателя, должна быть направлена, как мы говорили с Владимиром, в правильное русло. Это нас радует, в общем, всего хорошего вам, разные автомобили, разные совсем видоизменения с помощью ревитализанта, но что радует, что все направлены в нужное русло, на улучшение. Вот так вот. Хада в Донецке. Приходите, мы ждем вас. До свидания.